Так, сейчас я сразу сюда встану. Сюда, иди туда, иди вниз. Ой! Да кого? Не надо снимать себя только. Давай. Ну-ка, давай, теперь что-то надо сделать. Не, тебе прыгнуть надо. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Подожди, оно так не работает. Ты не туда, ты в ту сторону начала прыгать. Действуем наперед. Случайно по мне попало. Иди на платформу. Ну это какой-то ужас. Да. Ты это куда? Не платформа. Подожди, где я? Запрыгни. Не, давай нет, давай туда. Вот это же это секретка, а там дальше по сюжету. Да? Наверное. А по-моему это больше на игру похоже, видишь, типа старт. Давай хоть попробуем. Нет! Умри! Я тебя сожру! Я сожру тебя! У меня опять сенса сломалась! Поставь на паузу! Тогда! Ты же видишь? За секунду до, знаешь. На самом деле эти личинки похожи на часть какого-то соуса вкусник. Почему тут нету помощи? Чего? Я думал, он автоматически прыгнет. Я маленький. Ты видел голос меня? Слышь, ты! Ты, а? Иди сюда. Я большой и страшный. Ну. Как кубик тут снова оказался? Умеешь жить, это тяжелый. Слышь, ты. Кто из нас тяжелый? Поехали. Поехали ты, рабыня. Слезь. Свинюка, слезь. А у тебя двойного прыжка нет? Когда... Нету. Че, реально нет двойного прыжка? Как нет. Суеты навести охоту, я пошел. О, Ника, смотри, грибочек. Грибочек. Ты хочешь, чтобы я на него прыгнула? Давай. А он не открыл.